Скажите мне, дорогой Георгий, кто были ваши родители? Можете что-нибудь вспомнить о них? Я так и думал, что ни хрена не можете. Шел нахуй. Чугун, хватит уже готовить. Давай Капеллу. Жора! Хуй тебе в ухо! Живой, сука! Чугун, отдай Жоре его гравицапу. Держи, Жора. Ты лёхонькая. Ну ладно, Чугун, сгоняй пока лучше, бати набери. Не то он что-то нервный какой. Из-за гравицапу. Ток, я не помню, как мы оттуда выбрались. Зато у меня было видение. Все застыло. Появились фиолетовые мутаболы. И стали посылать нахуй какого-то хрена в пиджаке. С чего бы это? Я ведь давно уж не курю ничего. Вот такая вот, блядь, психоделика. О, батя нарисовался. Пошли, обрадуем его. Слушай, алло! Батя, меня слышно? Доча! Алло! Погоди, батя, тут помехи. Чугун, ну-ка подсоби. Так, чуть правее. Долбаный Билайн. Бать! Доча, где тебя носит? Башня Брынкова скоро так рванет, что мало не покажется. Да мы сами все видим. Что? Я, кстати, Жору нашла. О, Геноцвали жив? Отлично. Слушайте, ну вам надо валить из города. Башня может пиздануть в любую секунду. И пизданет, будьте уверены. Ее архитектор Зураб Сретели растратил весь бюджет на постройку в высоту. Изя! И чтобы сэкономить, он поставил туда дешевый иранский ядерный реактор, который требует ручного охлаждения. А после заварухи охлаждать... Хватит мозги компостировать уже, а? Батя! Будулай, ты сегодня нервный какой-то. Может, аспирин дать? Все хорошо, ты успокойся. Какой нахрен успокойся? Нас скоро на атомы разнесет. Что? Вы все еще там? Дорогуша, ну вы влипли. Реактор скоро взорвется. Вы не сможете далеко уйти. Хотя можно попробовать пробраться внутрь и завладеть его самим. Вернуться в башню? А иначе никак. Но это очень опасно. Там радиации больше, чем в Америке после ядерного удара. Слушай, Жора,
тебе ж абсолютно пофиг на любую радиацию. Доча, он же тоже человек. Изя, блядь, скажи ей, а? Будулай, у них нет другого выхода. А я за это время смогу найти, куда шарик спрятался. Да ладно, бать, его ничего не берет. Нет, ну вы совсем старика ужалеете. Я ж волнуюсь. Ну ладно, раз нет другого выхода, идите. Только аккуратней. Да ладно, бать. Берегите гравицапу! Это единственный экземпляр! Не волнуйся! Да. Ну что, пошли приключения искать! Чугун, убери отсюда этот хлам! Развалюха. Ну ладно, Чугун, ты обойди с другой стороны. Эй, Чугун! Срань господня! Ёб твою! Расплющила! Чугун, ты живой? Чугун, знаешь, сколько твой ремонт стоит будет? Держись рядом! Ща будем кумекать, как внутрь попасть! Я опять сериал свой пропущу. Одни огорчения сегодня. Чугун, у тебя ж процессор мощный. Чё делать? Бестолочь. Отупел ты со своими компьютерными играми. Нам нужно перепрыгнуть эту пропасть. Ну как, мать ее? Может быть... алло! Стоять, блядь! Чё с ним творится, а? Ему дефрагментацию пора делать. Блядь! Ты меня доведешь? Вот поставлю тебе сервис-пак третий. Чё? Ты сдурел? Чё, я, мать твою, сомневаюсь. Ты уверен? Между прочим, Чугун — бывший чемпион области в метании мусорных баков по подвижным мишеням. Квалифицировали за то, что ты в судью попал. А теперь, Чугун, слушай меня внимательно. Промахнешься, я тебя на металлолом разберу. Да ладно, ладно тебе. Не подлизывайся. Держись крепче! Обошлось! Чугун, а ведь ты не потерял формы! Ну все, Чугун, теперь вали отсюда! Ну? А дальше что?
Жора, тормоза не работают! Мы сойдем. Срань господня! Ой, отстань! Стрельба, взрывы, разрушения! У меня уже башка болит от всего. Что ж, пойдем на тепло. Жора, смотри. Здесь админы Брунькова. Они так много времени проводят за монитором, что их глаза могут стрелять лазером. Черт! Сеть перегружена. Это все сисадмины. Они в геймпортах по сетке шпилят. Я не могу отключить силовое поле. Слишком много трафика. Жора, нам надо вырубить этих кибердрочеров. О, смотри! Аппарат для шоковой терапии. Ну чё, а ты был одной?
из самых тяжелых пациентов. Подержи, пока я биос перепрошью. Ну вот. Сейчас мы настроим так, чтобы они лечились из админа. Еще один квест выполнен. Ну чё, идем? Пошли нахер отсюда!
Пациент вооружен. Запускаю изымательное устройство. Обнаружено